Семьи мобилизованных граждан оказывают всестороннюю поддержку. Чтобы узнать, какие вопросы волнуют родственников призванных жителей городского округа, в Люберецком военкомате организовали с ними встречу. Подробности далее. В актовом зале военного комиссариата собрались жены, родители и дети тех, кого призвали в рамках частичной мобилизации. Здесь не только жители Люберец, но и соседних городских округов. Чтобы не оставить такие семьи один на один со своими проблемами, проводится большая работа. Связь с ними поддерживается как дистанционно, так и очно. На этой встрече обсудили наиболее часто задаваемые вопросы. Все, что связано с детьми, с кружками, с питанием, с лечением, абсолютно все вот эти проблемы, просьба говорить, для того, чтобы мы выработали все механизмы, и у нас в дальнейшем вот эта система заработала. Нам нужно, чтобы у каждой семьи, у каждого члена семьи не было проблем. Поэтому мы для этого и собрались. Возможность задать вопрос дали всем присутствующим. Каждое обращение зафиксировано в протоколе, и каждую просьбу будут отрабатывать индивидуально. Для удобства семей мобилизованных создан специальный чат, куда они могут обращаться за помощью в любую минуту. Луиза Игиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.